мы сейчас хотим предложить вашему вниманию такой номер. Представьте себе, что вы сидите дома у своих телевизоров и смотрите прямое интервью с одним из самых знаменитых наших спортсменов. Так, Василий, готов? Василий, значит, работаем вот здесь. Вот, стойте вот здесь рядышком, так? Внимание. Значит, Василий, давайте договоримся. Значит, как... Ха! Василий, я прошу, у нас прямой эфир, ну что вы делаете? Ну, не хорошо. Василий, значит, смотрите. Значит, мы как и договорились, вопросы будут несложные, так? Вот, ха! Что вы делаете? Как вниз, извините, Василий, вот список ваших ответов, сюда смотрите. Вот, значит, и все, не забудьте, посмотрите, хорошо? Так, внимание, приготовились, все, мы готовы. Готовы, да? Все, внимание, вы готовы? Готов. Молодец, все, внимание. Начали вот сюда, в камеру, да? Поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас спортивную программу для эксклюзивного флеш-интервью. Мы пригласили одного из самых знаменитых спортсменов нашей страны. Знакомьтесь, Василий Кидало. Василий, большое спасибо, что вы пришли к нам на передачу. Вот все знают, что вы добились огромных успехов в спорте. Ну, ни для кого не секрет, что для того, чтобы добиться таких успехов, очень важна работа с тренером. Скажите, вот ваш личный тренер, он вас как-то ободряет перед стартом добрыми, теплыми словами? Да, это так. Бывает, наш тренер построит с ребятами перед соревнованиями и начинает ободрять добрыми, теплыми словами. Дорогие мои ребята, а мы в свою очередь думаем, уважаемый наш тренер. Спасибо большое за такой полный ответ. А вот я знаю, что... Вот я знаю, что вы все время в поездках, на сборах, на соревнованиях, наверное, редко видитесь с женой. Да, это так, но ребята помогают. Понятно, у вас дружная команда. Да. Скажите, а Василий, а вот как же вы столько времени обходитесь без женщин? А мы с ребятами обходимся. В каком смысле? Ну, в том смысле, что летом там бег, плавание, а зимой мы катаемся на лыжах, на санках. А также лепим бабу. Какую бабу, Василий? Какую поймаем. Понятно. А вот... За испуг Саечка. Василий, у нас прямой эфир. Любой спортсмен ребенка не обидит. Василий, а вот скажите, Василий, вот я хочу задать вам... А скажите, Василий... Вот я знаю, что вы многоборец. И не просто многоборец, а супер многоборец. Вы и бегаете, и плаваете, и бегаете. Да, я и боксом занимаюсь. А вы боксом занимаетесь? Да. А я не знал ничего. А что, по лобику не видно? Я вам верю, Вася, я просто ничего не знал. Расскажите поподробнее. Ну что, недавно дрался с этим. Пацан такой здоровый, шустрый. Фамилия у него на букву. Подожди. Хэ. Что, Холифилд, что ли? Да. Да? Тайсон. О, какой. Вы дрались с Тайсоном? А что, по лобику не видно? Я верю, а что? Я просто ничего не знал об этом доме, об этом бое. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну что, ну там темная история произошла. Темная, да? Ну, значит, первый раунд стою, все нормально. Ага. Второй раунд тоже нормально. Все, думаю, даже по очкам я выиграю. Интересно, да? Думаю, в третьем буду... добивать. Правильно. Опа, гонг, третий раунд. Выхожу на ринг. Тут хопа, свет вырубили. А дальше, Василий? А когда свет включили, я уже в раздевалке. Лежу. А Тайсон ушел, он испугался и убежал. Я понял. Да, действительно, темноватая история была. Вася, а вот такой вопрос возник. Вася, а вот такой вопрос. Вот как ваша семья и, в частности, жена относится к вашим занятиям боксом? Да. Что такое? Да. Что случилось? Да не, она сейчас в реанимации. Что, заболела? Да не. Там история одна произошла. О, расскажите, если не секрет. Ну что, пришли домой, сели, начали кушать. Все хорошо, она сидит напротив меня, я напротив нее. Сидим, кушаем, все хорошо. Тут она, хопа, возьми, раскрой, сияй. Да,
история интересная. Василий, вернитесь в кадр, пожалуйста. Василий, скажите, а можно я вам задам интеллектуальный вопрос? Мне по барабану любой интеллектуальный вопрос. Василий, вот, Василий, вот я знаю, что вы книголюб. Или, как говорите вы, спортсмены, библиофил. Это вы с кем сейчас разговаривал? С вами, Василий. Да? Да. Вот интересно, какую книгу вы последнюю прочитали? А мы с ребятами этих книг вообще... А, вот, господи. Я недавно с ребятами прочитал книгу Тит Лукреций Кар-О. «Природе вещей». Замечательно. Нифига себе! Василий, я так понимаю, вы увлекаетесь философией, да? Василий, а вот я еще знаю, что вы любите классическую музыку. Кто, я? Вот здесь вот. Да! Мы с ребятами очень любим музыку, особенно Моцарта! Замечательно! Нифига хороший... себе! У вас замечательный вкус, Василий! А вот всем телезрителям интересно, какое из произведений Моцарта вам запомнилось больше всего? А что, у него их два? Три, Василий! Да я на одну не угадал, так бы как дал! Василий, ну что ж, такой интимный вопрос, я знаю, что вы пописываете. Правильно, как и все люди. Что вы мелите, Василий, как мне стыдно, я имею в виду поэзию. А, так я же о нем и говорю. Да, вы не могли бы нам прочесть что-нибудь из своего последнего? Могу. Да, пожалуйста. Экспромтер. Да. Значит, мне говорят обидные слова. Зачем тебе, мол, Вася, голова? Держать удар, отвечу вам всем, и головой я, между прочим, ем. Василий, мы уже не закончили.